Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, с вами мистер Кейс, и мы играем в мир танков. Сегодня у нас будет бой на танке Т-92. Это американский легкий танк, такой вот прям танчик, очень такой красивенький. Итак, приготовились, ой. Конечно, поиграем, конечно же, поиграем с тобой. Это очень неплохой легкий танк. Те, кто катается на легких танках, то этот танк, прям танк Т-92, все прекрасно знают. Очень такой популярный танк. Такой маленький, незаметный. И быстро очень ездит и поворачивает очень быстро. То есть хорошо маневрирует. Итак, бой. Мы встали в кустик и пытаемся засветить кого-нибудь. Ну, это не очень удачная позиция. И экипаж у меня прокачан очень плохо. Я не достаю до конца карты, чтобы светить перекатку с противником. Ладно, то есть, какой есть экипаж, такой и есть. У меня даже нету на этом танке лампочки, представляете? В общем, такой экипаж совсем... Но не очень хороший. И пересадить у меня некого, потому что у меня нету танков, ни одного легкого танка больше американской ветки. Соответственно, нет. Так, я решил поехать в город. Не знаю, зачем я туда поехал. Ну, может быть, как-нибудь помочь своим тиммейтам, своим союзникам. Хотя я не знаю, чем я могу помочь. Вообще, карта не очень удачная для ЛТ. Тут такая коридорная система, то есть, в принципе, здесь три коридора, там, слева, по центру и, соответственно, справа. Право это город, ну, с нашего респа, если считать. Так. Тут надо захватить, соответственно, базу. База здесь одна. Осторожненько, никому не мешаем. Вау. Т-30 решил вперед выкатить. Ну давай попробуй. У тебя мощная пушечка и броня какая-никакая есть. А мы это легкий танк. Так, здесь мне делать нечего, я сразу понял. Мне кажется, надо куда-то ехать, а куда-то ты не знаю, в городе. В общем, тут очень много техники и вся. Ну, в этом городе всегда тяжелая техника. Всегда. Ну и еще и ПТшка тут предостаточно, кстати. Так, некого мне выцепить, очень трудно. Ну, пробитие у этого танка не очень большое, но как у всех легких танков. Нет, я никого тут не могу достать, никого. Ну, почему я решил показать этот бой? Ну, и не знаю, почему, ребята, так вот... И я решил его вам показать, потому что вот я играл, и он мне понравился бой. Здесь ничего особенного нету. Я не показываю какую-то тут скилловую игру. Нет, это просто очередной бой из моей карьеры в мире танков. Так что вот так я потихоньку играю, потихоньку прокачиваюсь, стараюсь как бы учиться играть в мире танков. Поднимаю свой скилл, если можно сказать. Так. Так, осторожно, здесь ульи. Тут пчелы носит мед. Я решил поехать на левый фланг. Посмотреть, что там. Потому что я смотрю, там прорываются танки. И стоит одна ПТшка. Одна ПТшка против тяжа и среднего танка. Больше никто, кроме меня, не видит. И она, кстати, наполовину просажена по дамагу. Так, что делать? Что делать? Надо как-то выехать. Надо как-то изменить ситуацию. Так, к нам сзади подтягиваются союзники. Удар. Отличненько. Еще раз один выстрел. По скорпиончику. Так, нас... Да, по нам попал тяжик. Ну, мы от него уворачиваемся и приезжаем вперед. Ой, зачем я сюда поехал? Сейчас он выстрелит. Нет, мы скрываемся. Еще один выстрел. Так, все, мы спрятались от него. У нас с мотором проблема. С
есть проблема с моторчиком. Но что делать, надо как-то выворачиваться. А как, не знаю. Еще выстрел. Так. Вот. Мне прицел подсказывает, что, ну, соответственно, я его во многих местах не могу пробить. Ой, ты что делаешь? Ты что делаешь, колесник по мне? Да. Что-то как-то с танком с моим случилось. Вроде бы починился я, но как-то он стал вяло себя вести. Как-то плохо едет. Пойду-ка я куда-нибудь засейвлюсь. Хотя я не понимаю, чего еще ремонтировать. Как-то он медленно едет. Такое ощущение, что он едет по пластилину. Вроде бы нормальная, это как на трава, грунт. Странно. Давайте я немножко постою тут 5 секунд. Немножко переведу дух свой. И как бы поеду. Куда нам поехать, кстати? Куда нам поехать? На правый фланг, в центр или обратно взвернуться? На левый фланг. Давайте я поеду на левый фланг. Тем более, наши уже дошли до базы. Ну, вернее, не базы, а до края карты. Противоположного края карты. И мы сейчас оттуда будем атаковать с тылу, как говорится. В город поедем. Ой, что-то меня заносит. Говорю, как-то странно. Что такое, я не понимаю. Прям заносит мой танк, как будто он стал какой-то ватный. Пластилиновый, даже не знаю, как сказать. Вроде бы до этого в начале игры ехал нормально, а сейчас такое ощущение, что с ним что-то произошло. Не знаю. Какое-то странное у меня чувство. Но вроде бы все нормально, или мне это просто так казалось. Так, я со своими союзниками пытаюсь зайти с тылу. То есть мы, грубо говоря, окружаем противников. Они находятся в центре города. Так, нам надо как-то пройти так, чтобы нас никто не заметил и издалека нас как бы не задамажил. Так, идем по краешку. Впереди. Ого! 430-й объект, 430, ничего себе. 430, хороший танчик. Едем вперед. 9-го уровня, кстати, этот танк. Так, здесь сейчас мы будем... Нет, нам повезло, никто нас не убьет. Так, атакуем, атакуем объект 430. Получайка, мы его берем в клещи. И бабахаем по нему. Так, тонкая, отлично. Отлично, один фраг есть, ребята, неплохо. С помощью своего союзника я его добил. Так, нам надо как-то базу захватывать, соответственно, мы должны как-то снять захват. Ой, не получилось. Отлично. Ну вот и все, бой закончен, победа. Ну, много мы тут не надамажили, вообще-то один фраг, но зато мы заработали нормально, в принципе, нормально, 997 опыта, нормальный бой. В общем, ничего такого особенного нет. Ну что, ребята, всем пока, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. С вами был Мистер Кис, это мир танков, да-да-да, канал Айка ТВ. О, какой красивый танк-то!